С большим отрывом действующий президент Хасан Роухани в первом же туре победил на выборах в Иране. Он завоевал более 58% голосов, это свыше 23 миллионов человек. Но у следующего кандидата, Аяталы Ибрахима Раиси, в полтора раза меньше. Всего в выборах участвовали 4 кандидата. По данным МВД Ирана, на президентских выборах проголосовали 40 миллионов человек, что составляет около 70% всех зарегистрированных избирателей. О том, как могут повлиять результаты выборов на отношения Тегерана с Москвой, Лайф рассказал гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Кардинальных изменений в российско-иранских отношениях не произойдет. Скорее всего, разочарованный господин Рухани в Западе может все-таки усилить развитие российско-иранского взаимодействия. Надо будет оживить экономику, надо будет восстанавливать многие, собственно говоря, отрасли экономики. Все они нуждаются в хорошем российско-иранском взаимодействии. Но чтобы какие-то прорывные отношения были, мы не ожидаем.